Дорогие друзья, сегодня хочу дальше продолжить тему бокового нажима, так как считаю, что еще не все вам показал в своих предыдущих фильмах. Поэтому начнем уже разбирать боковой нажим во всех абсолютно подробностях. Итак, перед нами две ручки. Одна ручка с вращающейся хватом, приблизительно 52 мм. Это, как говорят наши спортсмены, женский хват. Но, тем не менее, некоторые спортсмены выполняют даже на такой ручке. К примеру, взять, например, того же самого Рустама Бабаева, у которого короткие пальцы, маленькая ладонь. И вторая ручка, эта ручка уже вам была демонстрирована, на пасах, на ремнях. Итак, особенности бокового нажима. Половинка стола в данный момент находится боком до регулировочного блока. Я поставил угол атаки таким образом, что у нас между натяжкой троса и хватом получается где-то приблизительно 10-15 градусов угол. Итак, применю ручку, которая имеет свободное вращение, и покажу вам особенности выполнения упражнения бокового нажима с этой ручкой. Что самое главное в этом упражнении? Естественно, мы должны поставить плечи параллельно к столу, а руку свою таким образом, чтобы она находилась в одной оси с плечем, тем самым делала между этой осью и телом угол 90 градусов. Именно вот таким образом. Но какой минус выполнять это упражнение, используя ручку со свободно вращающимся ходом? В этом положении у вас рука находится, тяжесть напряжения на вашу ладонь получается в средней линии, то есть приблизительно вот здесь. Когда вы выполняете упражнение, смотрите, что получается с силой нажима. Сила нажима уже у вас передвигается с середины ладони приблизительно на запястье. То есть вы тратите в силе нажима, а тем самым у вас в этом положении получается меньше нажим, чем вот этом. То есть КПД этого упражнения начинает резко падать. Да, естественно, вам можно увеличить угол атаки, поставить это несколько выше, но, выполняя боковой нажим, попробуйте использовать ручку на ремнях. Многие из вас заметили, что во время команды Ready Go, то есть первичной фазе вашего движения, естественно, не всю абсолютно решающую роль играет боковой нажим, а именно как вы сработаете пальцами. Именно вот это движение вам нужно при боковом нажиме, при старте со соперником. А вот выполняя это упражнение на этой ручке, вы тем самым силу своего нажима постоянно держите в одной точки, то есть приблизительно между фалангами пальцами и серединой ладони. То есть у вас не увеличивается рычаг и нет у вас спада напряжения в положении, скажем, 45-50 градусов от середины. Вот в этом положении. Какие особенности и замечания до выполнения упражнения на боковой нажим? Повторю вам еще раз. Если вы делаете больше угол между предплечьем и плечом, вот таким образом, автоматически у вас задействованы начинают быть мышцы груди и самого плеча, так как плечо идет на разворот. Если вы подсаживаетесь и включаете
грудную клетку, тем самым вы помогаете выполнять этим упражнением больше нажима. Что самое главное в аэробрасслинге? Чтобы вы умели использовать полезный коэффициент действия каждой вашей мышцы. То есть во время борьбы, во время старта вы должны помнить о том, что спортсмен, противник, имеет тоже свои слабые места. Кто-то слабее имеет трицепс, кто-то имеет слабее бицепс. Если вы хорошо проанализируете его технику, вы можете своим телом использовать слабые места противника и выиграть. Посмотрите еще одну очень важную закономерность. Мы говорим только сейчас о боковом нажиме. Помните о том, что если вы делаете боковой нажим, при этом запускаете свою руку от линии плеча вдаль, вот таким образом, у вас получается не боковой нажим, а борьба уже в крюк. И здесь вы используете больше бицепс предплечья и связку, чем предплечья, грудную клетку и связку. Но если вы это упражнение выполняете вот таким образом, то есть от средней линии, от угла 90 градусов в этом направлении, вы автоматически подключаете трицепс. То есть, как правило, эти ошибки возникают когда? Когда спортсмен гонится за весом, не за качеством исполнения упражнения, оставит больше, и прямо видно, что его плечо или ходит, или рука его уходит сюда, потому что у него сильные мышцы бицепса, и он не утянет сюда. Или у него сильные мышцы трицепса, и он не упорно нажимает, дожимает трицепс. А мы говорим о боковом нажиме. Мы говорим конкретно о конкретной партии мышц. Это, пожалуй, все, что до этого упражнения. Но я еще хочу перейти вам показать и нарисовать это на схеме, на доске. До этого момента такое как доску, механику или рисунки, или технические рисунки мы никогда не использовали. Но моя задача провести революцию в армрестлинге, и чтобы мы могли учить наших детей, наших спортсменов, вас прежде всего, рисуя схемы на доске. Итак, то, что я сейчас вам показал, я постараюсь вам нарисовать на доске, чтобы вы все это поняли. Итак, сделаем таким образом. Посмотрим на спортсмена с перспективы сверху вниз. То есть, как бы, смотрим на спортсмена сверху, с потолка вниз. В этом месте у нас есть голова, его плечи, плечо, правое, левое. Ладонь, рука и его локоть. Таким образом, между рукой, предплечьем и плечом, в отношении до тела, мы делаем угол 90 градусов. Трос регулированного блока подходит к нам под углом 90 градусов и никак по-другому. Силы на трос воздействуют таким образом, что наша рука жмет сюда, а трос, естественно, противодействует в этом направлении. Вот эта сила и вот эта сила, они не могут иметь знак равенства. Естественно, здесь должно быть больше силы, чем вот здесь. Тогда у нас получается вот это движение. Что же получается, когда у нас вот эти силы равны, а даже несколько больше силам, которые воздействуют на нашу руку? У нас получается то, о чем я вам говорил. То есть наша рука перемещается, кисть сюда, таким вот образом. Вот наш локоть. В лучшем случае это наш локоть. Между грудной клеткой и между грудной клеткой и рукой у нас уже образовывается угол
110, даже порой 120 градусов. 120 градусов, 110, 120 градусов. И таким образом мы начинаем затягивать вес, включая бицепс, предплечье, пальцы, мощные пальцы, не включая тем самым трицепс и не включая грудь. Грудь у нас получается, что у нас, нам позволяет отъехать локтю в бок. Вот так. Она не держит нас близко возле себя, а оттягивает в бок. В свою очередь, если наша рука перемещается вот сюда, и мы рисуем ту же самую схему, я сейчас только здесь немножко вам покажу, вот так, что угол между звеном предплечья и плечо меньше, чем 90 градусов, скажем, 80, а порой даже 75 градусов, то мы начинаем работать трицепсом, практически включать трицепс. Это плохо? Нет, это свидетельствует о том, что вам удобнее выполнять это упражнение, включать еще дополнительно трицепс. Что в этой схеме плохо, а что в этой схеме хорошо? Я имею в виду вот в этом пункте и вот в этом пункте. В этом пункте, первом и втором, в первом пункте хорошо то, что вы имеете силу в бицепсе, в кисти и в предплечье, но у вас слабое звено, это грудь. Здесь у нас есть минус. Но если вы переводите, начинаете работать по схеме 2, по этой схеме, это означает, что у вас грудь держит, сильно держит, включается трицепс, включается предплечье и пальцы, и вы тем самым держите и можете таким образом атаковать спортсмена, атаковать противника своего в трицепс. Что в этом положении есть минусом? Если вы во время старта уставляетесь в позицию номер 2, как правило, это вот таким образом спортсмены делают, рассчитывая на то, что мощным движением в бок, целым телом трицепсом, вы переведете захват соперника в положение офенсивы, то в моменте, когда соперник будет быстрее и сильно вас держит в положение номер один, вы можете очень быстро проиграть, потому что вот это положение у вас слабое. В свою очередь, когда вы встаете нормально, ровно, правильно, и по команде Ready Go у вас рука, получается, отходит в положение номер один, и вы боретесь хорошо в крюк, вам нужно бетонировать таким образом пальцы, чтобы человек, который делает движение или верхом, или в крюк, не мог выбить ваши пальцы, тем самым вы придерживаете его и натягиваете, и переводите целую атаку уже в крюк, не используя, естественно, борьбу, типично борьбу бокового нажима. Посмотрим на эту перспективу несколько, на этот поединок с другой совершенно перспективы. Итак, мы рисуем спортсмена сбоку. То есть это его тело, плечо, локоть, рука. Посмотрите и обратите внимание на одну закономерность. Чем ближе у вас локоть к телу, тем больше вы включаете уже не только грудь, но включаете мышцы спины. Это очень важно. Это то, о чем мы не говорили, совершенно не говорили, вот этой схеме. Чем больше у вас угол, вот таким образом, между плечом и предплечьем, и чем дальше у вас локоть от тела, тем больше включаете мышцы груди. И при этом абсолютно не включаете спину. Подумайте еще раз,
Проанализируйте, пожалуйста, какие мышцы у вас и какие партии у вас сильные. И попробуйте поделать боковой нажим, используя вот такой угол. То есть тут уже, скажем, 90 плюс градусов. И, естественно, минус 90 градусов. Попробуйте посмотреть на боковом нажиме, какие веса вы можете сделать. В позиции 1, в позиции 2, в позиции бокового нажима. При этом боковой нажим тот же самый, в правильной позиции, с углом меньше 90 градусов. То есть, скажем, вот так. И, естественно, вот таким образом уставляя свою руку. Тут вы уже работаете, включаете только исключительно грудную клетку. Мощно включаете свои пальцы, ладонь, предплечье и связку. Но еще хочу показать одну маленькую деталь, на которую обязательно должны обратить внимание. На деталь, которую я обратил внимание 2 года тому назад, которая меня подвела в борьбе на чемпионате Европы в Болгарии. Итак, посмотрите одну интересную вещь. Что я рисую? Я рисую то, что в каждой схеме, в этой или вот этой, у вас идут большие воздействия сил на плечевой сустав. Если у вас болит плечо, если у вас мало того, что болит плечо, нерабочее практически плечо, то вы боковой нажим никогда не сделаете правильно. Вы всегда будете свое положение переводить во второй позицию, для того, чтобы только использовать трицепс. Любое другое звено, связывающее мышцы, но только не плечо. Плечевой сустав всегда нужно беречь от травм. Ваши плечи вы должны по-любому тренировать таким образом. Я не говорю о том, что вы должны делать, выжимать на лавочке там за головой 100-200 кг. Вы должны делать таким образом, чтобы, во-первых, у вас никогда не было болезненных ощущений в плече. Если когда-либо они попадаются у вас, вы должны обратиться к врачу. А лучше всего, конечно, любым образом закачать мышцы плеча таким образом, чтобы у вас не было никаких болевых ощущений. В противном случае, естественно, будете проигрывать и в этой позиции, и в этой позиции, уже не говоря о том, что вы стоите правильно и ровно. Так что, используя немножко механику, математику примитивную, я постарался вам объяснить механизм воздействия сил во время бокового нажима.